Добрый день, дорогие друзья. У нас есть ответственность за совершение должностных преступлений. И, конечно же, если в отношении вас совершаются какие-то незаконные действия со стороны государственных органов, со стороны должностных лиц, от вас вымогают взятку, к примеру, да, требуют каким-то образом заранее что-то предоставить или отблагодарить и так далее, то, конечно же, есть отдельная статья за получение взятки. И вот мы в некоторых случаях, ко мне обращаются и подписчики, и зрители, я помогаю в составлении таких заявлений, если совершаются в отношении вас какие-то противоправные действия или, к примеру, имеет место злоупотребление должностным положением, превышение власти или служебных полномочий и так далее. Или должностной подлог со стороны правоохранительных судебных органов, со стороны должностных лиц и так далее. И вот здесь, конечно же, дорогие друзья, многие говорят о том, а вот если я напишу о каких-то незаконных действиях, меня не привлекут. Дорогие друзья, дело в том, что у нас по закону за дачу взятки или, к примеру, за то, что вы напишете заявление в прокуратуру, в полицию и так далее, привлечь нельзя к ответственности. Если человек добровольно сообщил об этом в соответствующие правоохранительные органы или если в отношении него имело место вымогательство взятки, то есть соответствующим образом это все снимает уголовную ответственность заявителя с лица, с которого вымогали взятки, с простого гражданина. И вот, дорогие друзья, в этой конве у нас, как сообщил генеральный прокурор, впервые выявили первые случаи взяток криптовалютой. Вот даже такие бывают взятки. При этом, как рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью агентству ТАСС, в этом году правоохранители выявили факты получения взяток почти на 2 миллиарда рублей. Ну, это достаточно такой большой куш, и соответствующим образом приятно видеть, что правоохранители с этим борются. Поэтому, дорогие друзья, если у вас такие вопросы, если кто-то вымогает у вас взятки, или тем или иным образом такое произошло событие, или в отношении вас имеется какое-то превышение власти должностных полномочий со стороны органов или подделка документов, обращайтесь в правоохранительные органы или ко мне, я помогу составить соответствующее заявление. Удачи вам в ваших делах, дорогие друзья. Все контакты в описании к видео. Счастливо!